Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал. Ставите лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, а также пишите мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Сегодня такая тема расклада по просьбе моего подписчика. Траулер капитан Лобанов затонул в Балтийском море, предварительно из-за хлопка на борту. На борту было 7 человек. Экипажа есть жертвы. И меня попросили посмотреть причину этого инцидента. Давайте посмотрим. Произошло это 19 марта. Если кому-то понадобится индивидуальная консультация, под данным видео находится номер телефона. Пишите на Viber, либо же на WhatsApp. Звонить мне нельзя. Итак, траулер капитан Лобанов. Причина, по которой затонул корабль. Что случилось? Итак, техническое состояние траулера капитан Лобанов. Дальше. Действия экипажа. Были ли совершены, возможно, какие-то ошибки? Так, можно... Так, здесь сразу две карты. Так, и причина. Главная причина, по которой затонул корабль. Что там произошло? Итак, смотрим. Техническое состояние корабля было вполне нормальным. Возможно, недавно был у корабля даже ремонт, его ремонтировали. Но то, что я вижу, император, императрица, он, король кубков, он, справедливость, вполне было все в порядке с техническим состоянием корабля. Вот то, что я вижу. Дальше. Действия экипажа. Ну, вы знаете, я так могу сказать. В тот момент, когда это произошло, вообще люди не поняли, что происходит. Но то, что идет тройка мечей, дьявол, карта Луна, здесь что-то скрытое, но это, как сказать... Возможно, кто-то был на пароходе в этот момент, выпивший, кстати, но не пьяный, а выпивший. Ну, кто-то, возможно, я не утверждаю, потому что есть тройка кубков. Эта карта говорит о веселье, о радости, шестерка мечей. Да, они отправились вот в этот вот путь,
ну, как сказать, то, что они выполняли определенную работу. Вообще, этот траулер, он в Балтийском море занимается ловлей рыбы. И насколько мне известно, как мне сказали, что есть такой совхоз «За Родину», где ну, там определенно есть производство, где добывают рыбу. И там есть траулеры, вот, которые выходят в Балтийское море и добывают рыбу. Но вот по данной комбинации я могу сказать, что было что-то вообще в этот момент непонятное. Но я здесь не вижу, чтобы именно конкретно члены экипажа допустили ошибку. Я здесь вижу что-то другое. Но пока я понять не могу, что. Мне нужно дополнительно посмотреть. Была ли допущена ошибка членами экипажа? Нет, я не вижу этого. Я не вижу этого. Я вижу, что они пошли, люди шли работать. Траулер шел на работу. И все были действия такие вот, ну, как обычно. Давайте посмотрю причину. Причину катастрофы. Солнце, старший аркан. Шут, старший аркан. Рыцарь кубков. Король пентаклей. Девятка мечей. Во-первых, я хочу сказать, что это был человеческий фактор. Рыцарь кубков. Это мужчина до 40 лет и король пентаклей рядом. Но я бы могла так сказать, что это... Это начальник, это подчиненный. Так, мне надо посмотреть дополнение. Я могу так сказать. Это произошло не из-за ошибки членов экипажа траулера капитан Лобанов. Вот по этой комбинации у меня идет информация, что как будто этот траулер с чем-то столкнулся. Вот как будто было какое-то столкновение извне. И по солнцу, это так как это карта старшего аркана и солнце у нас, это огромная такая вот стихия огня. Это как будто было столкновение вот с чем-то таким вот. Но это, вы знаете, вот у меня как будто идет вот такая информация, может быть, как вот, ну, как бомба, что ли. Но это, я не вижу, чтобы это была бомба. Но это столкновение с чем-то. Но здесь идет ошибка, человеческий фактор. Но эта ошибка не из-за членов экипажа капитан Лобанов. Я не знаю, что там произошло, но то, что я вижу, что это произошло очень быстро, очень внезапно, молниеносно и очень много огня. И я вижу, что причины два человека из-за своей глупости, тупости,
совершили какую-то ошибку. Ну, я не знаю. То есть вот как-то вот у меня идет информация, но я ее не могу понять. Вот то, что я вижу. И на теракт это не похоже. Нет. На теракт это не похоже. Но из-за какой-то ошибки других людей это все произошло. Так, сейчас. Что туда попало? Что попало на траулер капитан Лобанов? У меня вообще идет, знаете, вот как петарда. Ну, это, грубо говоря, да? Как будто вот как, ну, это же море, в конце концов. Какие петарды? Что попало на траулер капитан Лобанов, из-за чего он затонул и начался пожар, и стали жертвы? Так, будет триада. Пятерка мечей. Какая-то подлость. Пятерка кубков. И шестерка мечей. Но это не... Это произошло не с земли. Это произошло с воды. Вот это вот все. Что-то прилетело. Вот то, что я вижу. По этой комбинации что-то прилетело на траулер капитан Лобанов. Но это прилетело не с земли, а прилетело именно с моря. Какое-то прям как западло, я бы даже так сказала, грубо говоря. Кстати, была информация, что там один человек погиб. Я вижу, что там не один человек погиб. Я вижу, это ошибка человеческого фактора. Вот то, что я вижу. И причем определенные люди понесут наказание. Ну, я могу сказать, еще у меня идет информация. Так, мне нужно дополнение. Столько много высокопоставленных лиц в этом участвуют. И именно мужчины. И здесь речь идет вообще как бы о именно о высокопоставленных мужчин. То есть мужчины при погонах. Так. Будет ли информация, точная информация, почему все-таки траулер капитан Лобанов затонул? Нет. Нет. Карта башня, карта смерть и карта восьмерка жезлов.
А то, что я вижу, нет. Не будет. А об этом знают очень узкий круг людей. Не будут об этом рассказывать. Нет. Потому что это огромная сенсация. Как сказать? Ну, я даже могу сказать, что эту информацию похоронили. Ну, потому что истинную причину никто не скажет. Если к данному раскладу есть комментарии, напишите, пожалуйста. Берегите себя, берегите своих детей. Всего вам доброго.